Конкурсной комиссии, в которую вошли руководство поселковой библиотеки и представители агрохолдинга «Рота Агро», пришлось нелегко. Более 26 классов приняли участие в конкурсе «Самый читающий класс». Награждение проводилось в 8 номинациях. Когда мы узнали то, что проводится библиотекой конкурс «Самый читающий класс», мы не могли не принять в нем участие. Замечательный конкурс, замечательные у детей работа. Одним из победителей конкурса стал 8-й Б класс школы поселка совхоза имени Ленина. В качестве приза ребята выбрали посещение музея-заповедника «Горки Ленинские». Здесь для них была подготовлена экскурсия в усадьбу и мемориальный гараж. Видимо, не последнюю роль в этом решении играл классный руководитель. Я как учитель истории и обществознания не дам им забыть историю, они это четко знают, что историю России нужно знать от кого? От корки до корки, от Рюрика до наших дней. Эта поездка действительно один из лучших способов узнать историю, в том числе и родного края. Ведь горки впервые упоминаются в летописях, датированных 1542 годом. В организации экскурсии приняли участие руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков и депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин. Приятно было то, что они попросили организовать экскурсию именно по знаковым местам Ленинского городского округа, в который входит вот музей-заповедник «Горки Ленинские». Каждый сантиметр пропитан историей, очень-очень много всего интересного. Ну и вот сейчас мы с вами можем наблюдать, как детей водят, все очень заинтересованы, всем все нравится. Экскурсия длилась более 2 часов, и за это время ребята смогли прикоснуться к интереснейшим страницам истории России. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.